До вскрытия коробки еще с прокладками для рокербоксов у меня были сомнения, что может быть это какой-то, может быть, подделка какая. В общем, да, для премиальных прокладок для рокербоксов это, ну, упаковка, скажем мягко, не самая лучшая. Значит, после открытия коробки стало ясно, что это оригинал. Покрытие с двух сторон. Ногтем оно слышно, оно продавливается примерно 0. Ну, я думаю, что меньше, чем 0,5 мм с обеих сторон. По 0,2, наверное, 0,3 мм. Все прокладки на ощупь как тач-пластик. То есть вот это тоже прорезиненное с обеих сторон, но это здесь с материей. Зонтичные клапаны тоже силикон, очень мягкий. Фильтра, наклейка. В общем, буду, скорее всего, менять, потому что у меня немножко сопливит из-под верхних крышек рокербоксов. Но поменяю.